Оли Kids, подпишись на мой канал. Полин, знаешь, куда сегодня идешь? Ты еще не знаешь, но сегодня мы идем в зоопарк. Будем смотреть разных зверушек. Папа вон везет доченьку. Зоопарк. Да. Зоопарк. Зоопарк. Челябинский зоопарк. Пойдем, зайка. Алиночка, пойдем зебру с тобой смотреть. Пойдем. Зебра такая полосатая, черно-белая лошадь. Ну типа того, да. Котенок, ты кого там видишь? Кто это? Зебра. Зебра. А что сделает зебра? Кушает зебра. Зебра кушает сено, проголодалась. Видимо, уже ужин у них. Смотри, махает как хвостиком. Туда-сюда. Отпугивает всяких мух. Вот так делает, да? Ух ты! Ничего себе фурчит. Как делает? Куда бежишь-то? Куда? Ослика смотреть? Да. Кто там? Ой, водичка набралась. Блин, ослик, да, там? Ослик, да. Кушает тоже. А как ослик делает? И-а, и-а. Это ослик и я? Да. Мы пришли как раз, когда кормят. Кушает. Вон там, вон, видишь? Вон лежит пятнистый олень. Да не видит она. Птенки отдыхают. Ты не видишь? Пятнистый олень. Видишь? Отряд парнокопытные. Да, такой. А вон он там лежит, видишь? Много всяких сооружений. Вон даже есть щетка, где он чистит себе шерстку. Вон сколько их много. Раз, два, три, четыре. Четыре оленя. Олень. Олень это? Это северный олень. Олень? Да. Кушает. Тоже кушает. Вон какой. Вот такие рога у него. Пойдем дальше. Пойдемте дальше посмотрим. Тигр. У нас доча очень хочет посмотреть тигра. Вот это да. Большой? Какой большой, посмотри. Ничего себе. Алиночка. Вот это да. Какой он большой, да? Ты думаешь, он укусит, что ли? Нет. Нет, папа сейчас скажет, что он не кусается. Он далеко от нас, видишь? Вот. Далеко он. Да. Далеко. Большой. Большой. Да, пойдем говорит, дальше. Да, тигр. Кого ты опять хочешь? Тигра. Идет. Идет. К тебе пошел. Ты ему сказала пока, он к тебе подошел. Смотри, вот он. Ух ты! Классный, блин! Вот он! Крутой! Нет, не отправляю. Рожки ветвистые. Нет, не съест, они даже травоядные. Дочь, круто! Большой, да? Доча в шоке. Людей не едят. Вон кто там! Какая киса! Это снежный барс. Вот какая барская киса! Вот это красота! Да? Да, вот, вот! Как он делает? Киса! Это киса такая, киса. Да? Барс! Барс снежный. Да. Как киса говорит, рычит как киса. Мяу, это кису делает, это кису делает. Кто там маленький такой у нас? Нет. Тоже киса. Это киса. Не знаю, кто такой, но тоже какой-то. Да, облизывается. Это лиса. Не лиса, это лиса. Там дальше сейчас пойдем смотреть лису. Это рысь. Рысь. Да. Он тоже так же. Да вот, вот, я и видела. Это кто, Полина? Лизаю я. Это волки. Они спят. Это волки. Это волка, которые кричат. Вы там видели лису прошли? Вот они спят, красавцы. Правда, такие полуоблезлые маленечко. Но опять же написано происходит. Линька.
Да, жалко, да, что они спят, не показали мы Полинке. Ну, ножку поставь. Правильно. Оп, полетела. Ножку поставь правильно. И мама проехала даже. Полина, ножку поставь, говорю, правильно. Доченька, ты куда разогналась у меня? Вперед мама с папой едешь. Даже по сторонам не смотрит. Куда ты побежала? Маленького не дала, игрушку что ли? Куда бежишь-то? Куда? Что это? А, это, наверное, гепард. Пойдем другую кису покажу тебе. Большую. Во. Вот это да, скажи. Какая красивая она. Шагает. Она просто прекрасная, да? Киса, 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 да иди к нам. Киса, киса, скрыди сюда. Киса, инда. Пойдем смотреть. Она прошла чуть-чуть и легла там. Не захотела к нам идти. Но мы сейчас с ней сами пойдем. Сами к ней пойдем. Посмотрим на нее. Ничего себе, играется. Привет! Как тебя зовут? Ой, с хвостом, смотри, сейчас укусит еще хвост себе. Привет! Помахайте нам лапой, господин. Ой, какой интересный. Айда, быстрее. Там тигр, смотри. Ой, тигр. Видишь тигра? Валяется там. Большой какой. И тоже как гепард. Смотри, играет. Вот поручи маленько нам. Это большой тигр. Шерхан, наверное, из Маугли. Ничего вас понесло. Шерхан. Да? Шерхан. Тигр. Для тигра большой вольер такой предусмотрен. Ну так-то большой он. Много всяких лазилок у него. Высокий бассейн. Да, есть бассейн. Только, правда, без воды. Почему-то воды нету. Хочешь погладить? Кису? Кису хочешь погладить? Да что? Доченька, его ничего, нельзя гладить. Да, он хищный. Как сапнет. Хищный. Ой, как живот. Больно будет. Да она сломается. Она сломается тяжелая. Она, кусай! Она сломается. Кукуруза. Кусай. Вкус детства. Папу тянет быстрее смотреть маленьких новых зверьков. Бегом, бегом. Смотри, какие малыши просто. Малыши, да, дочь? Да. А сурикаты? Сурикаты. Вон сколько их. В мячики они играют. Ух ты. Че себе? Вон сколько их. Много-много. Бегают. Такие смешные. Стоит он. По сторонам смотрит. Ну, привет, бегающий. Они тоже сырое мясо едят, что ли? Да, они опасны. Смотри, какой бегает. Они могут съесть. Ух ты, туда-сюда. Шустрые, да. Вон как. Блин, смотри, норку роет. Смотри, роет норку. Сейчас хочет туда перелезть, да? Второй пришел на помощь. Нет, не захотел. А вон другой кушает. Они питаются мясом. Да, они там друг друга. Они друг к другу, смотри, да, в гости ходят. Да-да-да, этот лапой там с ребят один. Да? Ну, куда-то с другой стороны я посмотрю. А, они тут с двух сторон, смотри. Один там, другой там. Нет, кто там? Боюсь. Боишься? Да. Папа тебя защитит обязательно. Это пума. Боюсь. Это пума. Я боюсь. Боишься? Боимся. Черненькое такое. Боимся. Пойдем посмотрим. Вон он. Совсем черный-черный. Пума. Негр. Пума-негр. Ой, какой черненький. Да, красивый. Ну, смотри, какой. Ушастый. Усы длиннючие, но Полинке интересно. Она испугалась его, да? Испугалась? Все, теперь что? Не боишься? Да. Все, довольна теперь? Да. Хочешь кису погладить? Да. Скорки, садись, я поглажу. Ага.
Погладишь? Погладь, скажи я тебе. Ой, спит Полина. Видишь? Помнишь, ты годик назад здесь маленькая была, и он рычал, ты боялась, помнишь? Да. Как же? Опять боишься? Опять боишься? Да не бойся. А птички все летают и летают возле льва, а он спит. И даже глазом не моргает. Лев – это очень крупный, могучего телосложения зверь. Длина тела 180-240 сантиметров. Очень большой. Спящий левушка наш. Вот раз мы приходили, он рычал. Сейчас не хочет. Становится. Смотри, Полиночка, он встал. Проснулся. Киса, доброе утро. Да. Мяу. Мяу. Это лев. Как лев рычит? Да? Громче. Чтобы он проснулся до конца и встал. Кого хочешь посмотреть? Верблюд. Ты видишь уже его? Да, вижу я. Большой, высокий, с двумя горбами. Верблюды. Ой, борода... с бородой. Бородач. Блин, как не видно, совсем не видать. С бородой. Вообще не бреется нисколько. Большой. Большой. Вон, пошел он. А в горбах у него запасы воды должны быть. Прыг хочешь делать? Да. Прыг, сколько зайка моя, попрыгай-ка. Вот. А, верблюд. Так. Там верблюд. Как он делает верблюд? Фу. Покажи маме. Фу. Как он делает? Плюется? Плюется, да, что ли? Пойдем дальше еще. Да, дальше. А пойдем белых мишек посмотрим, может они не спят. И мы увидим их хоть раз в этом зоопарке. Да? Да. Пойдем сходим, посмотрим. Алтын и Айриша. Вот такие беленькие мишки у нас в зоопарке в Челябинском проживают. Если нам повезет, то мы сейчас их посмотрим. Кушают рыбу. Нам опять не повезло. И мишки спят. Сладким сном. Видишь, Миша? Да, вот они. Михаил вот белый. Они. У них бассейн такой большой, кстати. Хоть бы раз посмотреть, как они плавают здесь. Но, между прочим, я видела, кстати, у них есть онлайн-трансляцию. И я смотрела, наблюдала за ними. Видишь, вон сидит птичка, вон, видишь? А, нету орел. Как нет? Вон орел. Мама его, кстати, видит. Ну, слушай, для птиц это очень маленькие клетки, так сказать. Они, наверное, завидуют вон тем птицам, которые летают сверху. Скажут, эх, вы летаете, да? Сейчас увидишь. Павлина. А, это не павлин, это пеликан должен быть. Или кто это? Пеликан. Пеликан. Это павлин. Пеликан, видишь, какое у него горлышко. Мешок. Туда они складывают рыбку. Ну какие интересные. Ну еще, да, какие были? Птицы. Ты таких, Полин, еще не видела, да, наверное? Не видела? Лев зарычал. Ух ты, там лев зарычал, Полин. Лев рычит. Пойдемте на льва смотреть снова. Ты же Лева, ну порычи. Лева! Рычи, скажи. Иди, хочет Лева рычать нынче. Устал он, Полин, от жары. От нашей 35-градусной жары. Он мишка. Это кто? Мишка. Мишка? Да. Косолапый? Ганговатый. Да? Смотри, что, он играет, что ли? Ой, с палкой мишка. Он себя чешет. Где тут посмотреть? Он чешет себя палочкой. Мишка косолапый. Песенку поет, да? Или споет нам песенку. Чистый? Да. А, умывается правильно. А то заморался косолапый. Чешет. Чешет? Лапку чешет, да? Мишка какой? Мяуку чешет. Привет, Мишка!
Бух, завалился на бочок. Ты потом сможешь встать-то, нет, косолапый. Упал. Он лег. Ну, причем встал. Он зарядку делает, наверное. Привет, Мишка, привет. На спинку лег, да? Играет Мишка. С палочкой, да? Оп, смотри, как. Ты хотела бы Мишку так вот ты сделать? Смотри, смотри, он ногами играет. Что делает? Из цирка, что ли, думаешь? Расправил крылья, махает ими. Что там? У нас Полинка опять боится всех. И Мишу. Мишку испугалась Полиночка, да? Пойдем вон страуса посмотрим, пойдем? Большую птичку пойдем смотреть. Мишку боишься? Давай ручку. Пап, давай лупа. Кто это такой? Не знаю я. Это страус. Танька. Да. Ух ты. Страус. Тоже длинная шейка у него. Взмахни крыльями своими. Не махает? Ну, все равно же он должен расправлять как-то. Не, ну просто расправить-то должен он. Показать. Он клеит, кушает что-то. А чем они питаются вообще? Что там кушает? Не знаю, чем. Какие-то деревяшки, мне кажется, он кушает. Кора какая-то или что это? Непонятно. Даже не знаю, чем кушают. Ну, смотри, с одним когтем. На куриные лапы похоже, да? Пони хочешь? А у тебя пони уж дочь была. Зачем тебе вертолет? Там смотри, вот здесь есть. Куколка, смотри, лол, смотри, есть. Лол. Я лол хочу. Лол. Свинка, смотри, есть. Свинка Пеппа. И собачка красивенькая есть. Ты всех хочешь, Полиночка. И зайка есть. И куколка. Что тебе нравится, доченька? Куколка. Куколка? Лол нравится? Мне тарелки это хочу. Все, лол, ты симпатичного дрожжа понашла. Только не лопни ее. Все, взяла. Кого дома нету? Дома нет такой? Да. Все, мы взяли уже куклу лол такую розовенькую. С таким розовым бантом. Ну вот, сегодня и посетила Полина нас Челябинский зоопарк. Кого, Полин, видела? Рассказывай. Верблюда видела. Еще кого видела? Льва. Тигра. Пантеру. Леопарда. Пуму. Мишку косолапого. И многих других. Красивых и классных шустрых зверей. Но почему-то большинство из них у нас они спали. Ну ничего страшного, мы еще потом попозже как-нибудь сходим. И надеюсь, нам повезет. А напоследок Полинка купила у нас такой вот шарик. Лол. Лайки, скажи, ставьте нам. Пока-пока. Пока-пока. Всего хорошего вам всем.